В администрации Люберец прошло очередное заседание Совета депутатов. Народные избранники рассмотрели 5 вопросов, среди которых внесение изменений в положение о муниципальном земельном контроле на территории округа, а также поправки в правила благоустройства. В повестке были темы, связанные с формированием специализированного жилищного фонда. Люберецкие депутаты единогласно поддержали изменения, которые коснулись порядка обеспечения граждан жилыми помещениями за счет средств федерального и регионального бюджета. Передача полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Министерства образования Московской области в Министерство социального развития Московской области.